Этот лес будто создан для романтических встреч. Но парочки, которые хотели уединиться, не представляли, какая опасность подстерегает их здесь. Из машины вышел, быстро! Его появление было невозможно предвидеть. Он подкрадывался к жертве, как зверь из чащи, и нападал внезапно. За его плечами были уже десятки ограблений. Деньги, часы, золото на капот! В сумке! Об этом загадочном грабителе было известно только одно. Имя, которым он сам себя называл. Зорро. Так вы не женаты. А как же жена дома? Дети ждут. Возможно, его тайна еще долго оставалась бы неразгаданной, если бы в лесу не прозвучал выстрел и не пролилась кровь. Это история, которая началась с обычного ограбления, а закончилась настоящей трагедией, позже обрастет целым шлейфом слухов и легенд. Легенд о лесном мстителе Зорро. Ну, хорошо. Вот в заключение. Господи, чем приходите заниматься? Здравствуйте. Семен пришел в милицию, чтобы рассказать свою почти невероятную историю. Он умудрился дважды стать жертвой одного и того же грабителя. Я уже боюсь из дома выходить. Мы знаем, что наше... Что? Ну, садитесь, рассказывайте. Что? Ну, я вчера... Наверное, у Семена на роду было написано «не изменять жене». Ведь как только он впервые в жизни решил поразвлечься подальше от жены с одной знакомой, как на него напал неизвестный мужчина в маске. Тогда Семен попрощался с немалой суммой денег. Об этом случае он пытался поскорее забыть. Где-то ближе к вечеру, 5-6, я точно не помню. Там за лесом, вот возле оврага. Выходи. Быстро. Прошел год. Семен попробовал во второй раз нарушить верность жене. На этот раз уже с другой женщиной. Деньги, часы, золото на капот! Тогда Семен не стал обращаться в милицию, опасаясь, что жена узнает о его приключениях. Подходил человек, одетый в камуфляж, в маске, с обрезом, и отбирал золотые украшения, деньги, другие предметы. А зачем ты ему отдаешь мою сумку? А что мне делать сейчас, я прошу вас? Что вы там ищете? Что вы ищете в моей сумке? Это мои личные вещи. Кто вы такой? Так вы не женаты. А как же жена дома? Дети ждут. Стыдно. Занимался даже нравоучением. Пускай это было недолго, но говорил, как вы можете там изменять мужьям, своим женам, в таком плане. Можно представить шок Семена, когда прошлогоднее нападение повторилось почти один в один. Прошло немало времени, но грабитель Семена узнал. О, старый знакомый. Машина старая, а баба новая. Баба на базаре. Правда, в последнюю встречу наоборот. Оставил самому Семену новое обручальное кольцо, а его подруге – драгоценное кольцо. Да еще и в конце сделал странное предложение. Да, в следующий раз, когда сюда приедешь, напиши, что это ты. Я тебя трогать не буду, понятно? На следующий раз, ты, говорит, на заднем стекле напиши, что это ты. Я не буду подходить. И второй раз он женщины по просьбе то ли оставил какое-то колечко ей дорогое, то ли что, и забрал не все. Вы понимаете, меня второй раз уже ограбили. Минуточку. Как вас зовут? Меня Семен зовут. Семен, пожалуйста. Спокойно и под заявление... В милицию, правда, время от времени поступала информация, что в лесу за городом орудует вооруженный преступник. Но заявления потерпевшие не писали. Информация оставалась на уровне слухов. Слухи по городу были везде. О том, что существует такой человек, который выслеживает отдыхающую парочку и затем их грабит. Можете представить, у меня дети, у соседи. Так было и с Семеном. В милицию он пришел, все рассказал, но писать заявление категорически отказался. Мол, он женат и не желает разглашения своих отношений с другими женщинами. Извините, я просто, вы же милиция, реагируйте, поставьте какие-то посты там, я не знаю. Жертвы, которые были застигнуты в пикантной ситуации, они, как правило,
не муж и жена, и обращаться в правоохранительные органы и делать из этого, поднимать шумиху они не будут. Нет заявления, нет дела. Милиционеры больше не видели смысла в разговоре с Семеном. Другие, но не молодой оперативник Игорь. Получив диплом, неопытный следователь мечтал о блестящей карьере и громких делах. Но реальность провинциального Кременчуга кардинально отличалась от мечтаний. Это Игоря угнетало. Он все чаще задумывался о сытом руководстве, о переведении в другой город. Единственное, что удерживало, чувство к девушке, с которой он здесь познакомился. А тем временем будничная работа постепенно превращалась для него в каторгу. Если бы не ты, уехал бы давно уже. Молодой оперативник почувствовал, что это его шанс вырваться из будничной рутины. Вооруженное ограбление не какая-то бытовая драка, которыми он уже был сыт по горло. Семен! Семен, подождите. Давайте отойдем немножко. Послушайте. Человеку не дано знать, к чему могут привести его поступки. Если бы Игорь не остановил Семена, возможно, стал бы генералом. Имел бы детей и внуков. Но никто не может предвидеть будущее. Пока Игорь видел только свой шанс вырваться из будничной рутины. А это вообще, понимаете, такое преступление, что, наверное, если взять на то время в истории криминального розыска, такого не было. Решено. Игорь будет расследовать это дело. Но для начала он должен уговорить руководство. Товарищ майор, тут такое дело, как вы не понимаете? Заявления нет? Нет. Улик нет? Нет. Зачем тебе это, Марок? Молодой оперативник еще долго пытался уговорить коллег начать расследование. Но все его аргументы относительно беспрецедентности преступления оставались неуслышанными. Хватит. Да. Хочешь ловить привидение? Лови себе на здоровье, но только в свободное от работы время. В выходные Игорь отправился в лес. Но поиски оказались безуспешными. Грабитель словно растаял в воздухе, не оставив никакого следа. Игорь внимательно слушал все разговоры о лесных ограблениях. Подруга пострадавшего Семена тоже согласилась конфиденциально с ним пообщаться и подтвердила слова приятеля. От нее Игорь узнал еще об одном мужчине, который тоже стал жертвой грабителя. Круг потерпевших постепенно расширялся. С их слов вырисовывался очень интересный портрет преступника. Тот не просто грабил, он еще и воспитывал своих жертв, особенно женщин. Лично осматривал всегда сумочки женщин, чтобы ничего не утаили, ничего забирал. А если находил документы, допустим, ну, мужчина всегда было, как правило, за рулем водительское удостоверение, да? Если разная фамилия, не дай бы еще у женщины стоял штамп, что она замужем, вот он, значит, там на протяжении какого-то времени читал морали о том, что она поступает нехорошо и как бы за это наказывает. Именно так. Лесной грабитель читал настоящие нотации, как проповедник отчитывал своих жертв за супружескую неверность. Там ты должна быть порядочная жена, а ты порядочный муж. У вас есть семьи, а вы вот выезжаете на природу, и ты что-то там, и он вроде как, знаете, как такой добрый дядя. Да. Евгений Владимирович, можно? Да, садись. Что там у тебя? Да вот нужен ваш автограф для проведения следственного эксперимента. Игорь решил действовать самостоятельно и ничего не рассказывать старшим коллегам. Молодой оперативник уже воображал себе, как паразит их, самостоятельно разыскав грабителя. У Игоря уже были совершенно реальные приметы этого будто бы призрака. Мужчина 30-40 лет, среднего роста, спортивного телосложения с властным командным голосом. Сам себя грабитель называл довольно странно – «Зорро».
Вот и Зорок это пошло от него, как бы, ну, какого-то благородного борца за денежные знаки из себя представил. Еще он говорил, что он чистильщик и очищает, как бы, вот леса от заблудших людей. Невдалеке от леса на трассе постоянно дежурили проститутки. Игорь допустил, что среди жертв ограблений могли быть и мужчины, которые приезжали в лес именно с этими девушками. Поэтому решил пообщаться с ночными бабочками. Предположение оказалось точным. Одна из женщин рассказала ему интересную историю, свидетелем коей стала. Среди жертв Зорро оказался и местный криминальный авторитет, который поехал в лес с любовницей. Нанесенная обида не давала мужчине покоя, и он решил организовать для наглого грабителя ловушку. Среди пострадавших были люди, ну, которые в определенном мере, скажем, являются авторитетами криминальными, тоже были среди него потерпевших. По плану бандита, он с двумя проститутками должен был сыграть роль приманки, будто бы отдыхая в лесу на пикнике. Тем временем его сообщники ждали Зорро в засаде. А чтобы он клюнул, обиженный авторитет нацепил на себя и девушек все драгоценности, которые только мог собрать. Сообщники бандита немного сомневались, сработает ли такой странный план, но их шеф был уверен в успехе. Делай свое, делай все будет. Давай, идите. Все, все будет нормально. Авторитет рассчитывал, что грабитель, как и в прошлый раз, выйдет из леса, поэтому приказал перекрыть все дорожки. А сам тем временем решил ждать его с комфортом. Грабитель почему-то не шел. Бандиты мерзли, мысленно ругая шефа за такую странную идею. Тем временем сам криминальный авторитет, чтобы не скучать, ожидая грабителя, довольно часто прикладывался к бутылке. И в конце концов совершенно опьянел. Где ты? Где ты? Стоять. Я сказал руки. Ну-ка, цацки быстро. Сняли и бросили на землю. Пока бандиты ждали, что Зорро придет из леса, он перехитрил их и приплыл по реке на лодке. Отобрал все золото и спокойно отчалил. Вместо отмщения криминальный авторитет опростоволосился. Проститутка, которая рассказала Игорю историю ограбления криминального авторитета, владела еще более ценной информацией, но даже не догадывалась, сколь важной. К сожалению, не знал этого и Игорь. Рассказ натолкнул его на интересную идею. Он увлекся и забыл об осторожности. Алло. Ин, привет. Да, я. Скажи, пожалуйста, что ты делаешь на выходных? Понятненько. Игорь решил сам устроить ловушку для Зорро. Вместе со своей девушкой, согласившейся помочь, он на собственном автомобиле приехал в лес. Мысленно Игорь уже видел, как лично задерживает преступника. За этими мыслями он даже не заметил, что подвергает опасности не только себя, но и девушку. Выходи! Из машины, я сказал! Сиди здесь тихо. Выходи быстро! Ну, спокойно. Спокойно, спокойно. Встал туда! Спокойно. Игорь имитировал растерянность и страх. Ему надо было, чтобы грабитель поверил, что перед ним очередная растерянная жертва, и потерял бдительность. Слушай, давай, может, поговорим, а? Быстро. Даю. Все, все, часы, вот. Часы все, все, снимаю. Что в кармане? В кармане все, деньги в кармане. Я стоять, спокойно. Спиной ко мне. Спиной. Выбрось ствол. Выброси ствол. Руки за голову. Выше. Зорро сдаваться не собирался. Сейчас Игорь ощутил, насколько сильным был этот мужчина, и пожалел, что так самоуверенно решил действовать самостоятельно. Ах!
Лесной грабитель не хотел убивать молодого стража порядка. Он даже не понял, кто из них в пылу борьбы нажал на курок. Но, для сожаления, у Зорро не было времени. Оставался свидетель преступления. Отпускать ее грабитель не собирался. Преследуя девушку, злодей допустил ошибку. Оставил на месте убийства свою перчатку. Позже это дорого ему обойдется.